Смотри, в одном, опять-таки, из интервью ты говорил о том, что у тебя есть некая статистика, это, кстати, недавнее выступление, а статистика обращений, с какими проблемами приходят к тебе в фирму. Да, вот у меня даже 20%. Краткая информация, я могу поделиться ей. Ну, смотри, давай сейчас скажу. 20% это по паевым делам, да, то есть... Ну, вот 20% проблема выдела земельного участка. Да. 40% это, ну, я так понимаю, продление... Это заключение, это вопросы заключения договоров аренды, госсобственности, районной, государственной, краевой, да. 20% это все, что касается там, субсидий, льготности, 15%. Ладно, опять еще что. 25% у меня вопросы. Я вот просто смотрю по этой ситуации, в том числе и взаимодействие с Минсельхозом, получение определенных консультаций, это вот и есть такие Ну, смотри, что меня удивило, к чему я, собственно, клоню. Вот со времен, ну ты уж прости, Кубань, там, матушка, я ее люблю всем сердцем, но вот уже лет 5-6, наверное, да, Кубань, ну, в глазах там большинства, наверное, населения страны ассоциируется с словом Кущевка, Рейганский захват и прочее. Вот из этих, ну скажем, 20, 25, 40% я не услышал слова там рейганство или крышевание или какое-нибудь вымогательство и прочее, прочее. При этом у меня на памяти, например, не знаю, напомню ты был или нет, лесовод Слюсаренко был такой в Славянском районе, уже покойный, к сожалению, у которого под прикрытием, там, мне это напрямую говорил, ФСБ отнимали там 5000 гектар лесовых чек. Ну, Кущевку я назвал, да, что было в Кущевке, все он прекрасно знает. А что было в Кущевке? О, кстати, это я хотел у тебя спросить. В Кущевке был симбиоз, ну, на мой взгляд, да, симбиоз криминала, продавшегося криминалу, продавшейся или легшей под криминал власти и правоохранительных органов, суды, которые подкрепляли неправомерные решения. По моим сведениям, вот эта банда, а ее больше никак нельзя было назвать, это банда Цапков, там не только Цапки, там и другие, но банда Цапков, они дошли уже до уровня, что они сами обучали себе специалистов в МВД, в прокуратуры и так далее, они сами обучали, они сами продвигали своих людей во властные структуры, в органы законодательной даже власти, в районе в том числе и так далее. Ну, да. Я про Кущевку, почему я хотел, у тебя был философский вопрос по поводу Кущевки, время немножко ушло уже. Вот. Ну, то есть, идея о том, что на Кубани часто происходит рейдерство, жесточайшая там борьба за землю, в том числе под прикрытием, ну, например, там, правоохранительных органов, либо каких-то представителей власти, не знаю, какого уровня, совершенно разного, либо суды. Да? Вот я не услышал ни одного слова о том, что к тебе с такими жалобами приходят. Это исчезло или я что-то не понимаю? Ну, первый момент, мы не назовем, к сожалению, и ты мне этого не озвучил, ни одного примера, где под прикрытием какого-то представителя власти у фермера забрали землю. Ну давай так, власти или сейчас мы говорим о правоохранителях? Вот. Также есть определенные проблемы. Почему на Кубани это более остро? Ну потому что на Кубани, ну вот, не хочется об этом говорить, но вот в таком плане, потому что я помню определенные события в Кущевском районе, как раз это на заре того, как я только пришел в ассоциацию фермеров руководить. Вот. Ну, неправильно, но это тем не менее. На Кубани за гектар земли могут убить, образно говоря. Потому что земля на Кубани — это особый ресурс, это особо ценное, это особо ценный наше богатство, которое, соответственно, дает определенный свой экономический эффект. И поэтому на Кубани особо вот эти вот обострены, скажем так, споры или конкурирующие процессы в бизнесе.
Мелкий бизнес проглатывает крупный бизнес. Это есть и у фермера. Я тебе назову, пальцев не хватит. Где фермер проглатывает. Я сейчас интересно, то, что называется рейдерством под прикрытием, ну давай погонов. Вот, ну, буквально там, не знаю, 2 или 3 года назад, по-моему, у нашего с тобой общего знакомого фермера, не знаю, я не буду называть, из Кущевского района, замордовали проверкой, пока он не продал ферму, опять-таки, люди в погонах. Вот. У меня другие сведения по этому вопросу, что он сам просто-напросто продал. Я согласен. Ну, говорили, а где была ассоциация? А где была ассоциация? Ну, это другой вопрос. Ассоциация могла, может быть, он сам не захотел подключаться, просто он решил, что ну, себе дороже, тем более со здоровьем были проблемы. Да, не суть. Я к тому, что вот к тебе приходят с вопросами подобного плана, когда менты, ФСБ, я не знаю, суды, прокуратура, кто угодно, под их прикрытием, или с их молчаливого согласия, или с их как бы незнания. Ко мне приходят фермеры, у которых есть проблемы, как правило, где идет это прикрытие, если оно идет? Оно идет выделе общедолевое, оно идет в отжиме там, госземли и так далее. Ко мне приходят фермеры, соответственно, с проблемами. То есть эта проблема, она по-прежнему актуальна? Нет, это земельные, это не вот эти вот товарищи все, они пользуются нашей не совсем идеальной, скажем так, владением законных всех инструментов защиты своего бизнеса. И другой момент, это вот касаемо рейдерства, не рейдерства, не знаю, как это назвать, но можно назвать вымогательство, есть определенная проблема, когда люди в погонах, это откровенно, начинают во время уборочной страды просто охоту за крупногабаритной техникой фермера. Это и есть, этот вопрос решается. К сожалению, опять же, это все обосновано несовершенством законодательства, потому что сам регламент выдачи спецразрешений несовершенен, но когда инспектор ДПС подписывает схему движения комбайна, моего комбайна, сам подписывает, но, как правило, он ее не подписывает, он меня выталкивает из рамок этого законного поля, и я вынужден, он прекрасно знает, что я должен поехать на клетку номер 5 убирать свою пшеницу, и это же инспектор, который подписал, дает команду другому, ты езжай там, ведь легкоту завтра поедет. Вот. И это было вот буквально в Ейском районе, вот буквально неделю назад, как только началась уборка, наши доблестные инспекторы поехали на полевые... В Фейсбуке он выкладывал, да? Да, наши доблестные полицейские поехали на полевые дороги, я именно выкладывал фотографию, где это не дорога, это подъезд к бригадному стану. У нас есть определенный регламент и так далее. Здесь приходится, конечно, работать, и председатель ассоциации здесь не совсем вправе более оперативно отреагировать на этот момент. В рамках рабочей группы я имею полномочия просто выйти на руководство ГИБДД края, на руководство УВД края и проговорить, а почему инспектор Иванов сегодня вот этим вот занимается. Но это помогает, кстати, вот тут же вопрос не только в уборке, тахуров. Но дальше. Вот здесь нужна, конечно, поддержка и общественных институтов, и общественной палаты. И нужно пользоваться. У нас на Кубани, я перечислял ранее, но шикарный, прекрасный, великолепный наличие ресурсов у общественной организации. Еще раз говорю, общественная палата Красноярского, общественная палата Российской Федерации, общественный совет при прокуратуре. Не каждый регион назовет вот эти вот все моменты. Участие законодателей. Нужно более активно это все использовать для продвижения тех законодательных инициатив. Но, к сожалению, я констатирую факт. 2017 год, ровно год назад, июль месяц, Минтранс, отстаивая изменения порядка выдачи разрешения по крупногабаритной технике, я один. И со мной еще депутат Госдумы. То есть они не выступили? Не выступили в поддержку? Спрашиваю у ассоциации, федеральной ассоциации, что происходит, почему вот так, а это без нас. Они от нас прячутся, они так, ну, поактивнее надо здесь решать, именно законодательные моменты. Ну, а вот, по поводу рейдерства, по поводу вот этих всех моментов, что Кубань там и так далее. Нет, приходили те фермеры, которые жаловались на то, что у них отнимают бизнес, люди в погонах?
любой фермер, у которого сейчас какие-то проблемы с соседом, и у меня, в том числе у моего сына, вот буквально на этой неделе, сосед фермер пожаловался, ты 15 метров моей земли захватил. Появляется желание сыну, он сейчас фермер, появляется желание пойти и где угодно сказать, а у него отец полномочный, поэтому 15 метров захватил, а вот оно рейдерство. Любой земельный спор можно переквалифицировать вроде бы как рейдерство, потому что есть каждая сторона, которая считает, которая слышит свою правду и так далее. Но я считаю, рейдерство, есть, были элементы таких, были такие вот споры, которые носили элементы вот этого момента. Рейдерство, это я считаю, это, ну, одно дело решение суда, другое дело, или там решение земельного спора загранного, другой момент, были моменты, когда приезжали и просто забирали у тебя землю, но, как правило, у того же фермера на эту землю и не было должным образом оформленных документов. Откуда возникает, естественно, вот у меня забрали землю. Начинаем разбираться, да. Тот, кто у тебя приехал работать на твоей земле, как правило, это всегда возникает во время уборки урожая. Всегда кому-то хочется убрать твой урожай. Никому не хочется его выращивать, всегда хочется его убрать. Да, возникают эти моменты, но когда начинаем разбираться, да, он неправомочный, он преступник, он, да, это его один раз. Но у тебя же тоже нет документов, давай оформляй должным образом договор. Начинаем разбираться в госземля. Постановление, договор аренды просрочены. Уплата арендной платы постоянно просрачивается. А такого, что есть стерильное хозяйство, все идеально, все хорошо, и начинают кошмарить проверками, Вот именно вот в таком ключе, где нормально работающее хозяйство, и вот начинают, ну, кошмарить проверками, это... Ну, это как метод. Это один из методов, в общем, остановить, задавить, вынудить. Ну это я сам просто, ты задаешь вопрос тому же фермеру, который проходил эти все моменты. И приезд любого инспектора, он воспринимается фермером, а значит это кому-то нужно. Давайте смотреть более трезво на эти вещи. И я проходил те моменты, когда от меня уезжала проверка без единого замечания. И я на этот момент не являлся полномочным губернатором. Я был просто фермером. Я за месяц узнал о том, что они прислали все, что они придут с проверкой. Просто-напросто детально почитал, что они хотят. Все это дело подготовил, приехал, показал и все это дело работает. Ну, давай так, завершая эту тему. Я правильно тебя понимаю, что вот, тема рейдерства под прикрытием погонов, такого как Ищурки, не знаю, такого как... В Павловском районе. Вот там было рейдерство. Ты что имеешь? Там у фермеров глава района, используя свои властные полномочия, просто забрал у фермеров договора. Опять же, начинаем. Ну вот эти, они же вот эти фермеры, 14, кажется, фермерских хозяйств, они последние 12 или 14, они пострадали, потеряли там земли порядка 800 гектар. Фермеры потеряли земли. Вот это вот было рейдерство в чистой воды. Это было еще бытность какой, 2008, 2009-2010 год. Не, это было тогда. А сегодня мы это восстанавливали. Сегодня мы решали этого вопроса и возвращали эту землю этим же фермерам. Вот те вот, то, что там было в том числе. Там глава района по формальным признакам разорвал договора аренды и передал одному из фермеров, который был дружен там с одним из депутатов Госдумы. Так это там обозначалось, потом выявилось, что никакой там дружбы не было. Просто была дружба этого фермера и, ну, так называемого фермера, когда у человека в обработке более 20 тысяч гектаров земли, я бы его не стал называть фермером. Вот. Но уголовное дело в отношении главы района. Глава района получил не совсем заслуженное, но тем не менее наказание в виде, кажется, 4 лет лишения свободы. Там это вот когда было? Это вот было вот в этом году, глава района в Павловском районе. Фамилия главы района Мельников, не помню как звать, начали анализировать, вот тоже взяли какие-то документы, взяли, докопались до тех моментов, когда происходило расторжение договоров аренды. По формальным признакам понятно, все, начали все это дело анализировать, опять же возвращаемся.
У фермеров не было должным образом оформлено договорных отношений. У фермеров где-то проблемы с размерами и координатами земельных участков. То бишь, кадастровые проблемы. Если тебя послушать, получается, что вот эти все равно большая часть этих проблем с рейдерством, с незаконным. Рейдерство провоцируется нашими недоработками. Если мы нормально работаем, а нормально нам позволяет работать, в том случае, если нормально нам позволяет работать, в том случае, если мы объединены, мы знаем ошибки, которые нужно поправить. У одного ошибка, другой поправил. Кто-то пострадал правильно, мы его там немножко отбили, штраф ему меньше. Но этот уже отрегулировал этот и так далее, и так далее. Мы должны фермеры общаться друг с другом, мы должны учиться. И мы, этим самым мы создаем вокруг себя защитную стену, которая не даст возможности. Как это не было бы странно, вот это не звучало, на днях встречался на одном из мероприятий законодательного собрания Краснодарского края. Сидит, его нельзя назвать, что он фермер, но руководитель одного из передовых хозяйств, в форме кооператива это хозяйство существует в Краснодарском крае. Животноводство, там переработка очень хорошо развита, люди все на селе довольны, потому что главный принцип руководителя этого хозяйства – не продавать ни килограмма своей продукции в сыром виде. Все только переработано. Даже они на них пирожка зарабатывают около 2 миллионов в месяц. Пирожка. Да. Он сидит, крупный землевладелец, руководитель крупного успешного хозяйства, говорит: фермеры, мужики, вам ведь надо объединяться. Ну катком ведь проедут и даже не отковырнут от вас. Даже они уже понимают, что надо объединяться. Слушай, для того, чтобы защищать себя. А вот фермерский омбудсмен не нравится. Формулировка, на Кубани, в моем понимании, это некая такая, расстрельная тупо лежит где-то. Потому что количество... Это политическая должность. Экономических документов я не вправе подписывать, то есть финансовые потоки через... Не, я сейчас поясню, что... Да, расстрельная. Всегда будут виноваты, всегда будут обижены. Нет, я к чему? Огромное количество людей, желающих вот про то, что ты говоришь, на этой земле, да, каким-то образом озолотиться, это с одной стороны. При этом большое количество холдингов, которые имеют реальный вес политический, там, лоббируют и прочее. Лоббируют политический, да, политический вес. Лоббируют, подкупают по-разному, бывает, я думаю, тебе прекрасно это известно тоже, да. Есть агрокомплекс бывшего губернатора, бывшего уже министра, то есть уже, да, не... фунт изюму. То есть количество, грубо говоря, священных коров, оно зашкаливает на один регион. Да. Вот ты чувствуешь, холдинг Кубань, Покровский. Покровский и прочее. Агрокомплекс, давай, не будем забывать. Дальше. Хорошо, что там Вениамин Иванович Кондратьев там не связан никак с сельским хозяйством. В районе ваш ростовский тоже холдинг. Ну, да. Ой. Ладно. Степь. Степь. Ну, он не наш, он уже там. Ну, он уже не ваш, да. Ну, он и не был наш. Ну, они, по крайней мере, руководство те, которые у нас в крае, они сидят в Ростовском. Они в Славянском районе, да. Они же... Я к тому, что вот количество священных голов, оно зашкаливает. Вот коробка, казалось бы, там, не трогай того, не трогай сего. Вот было у тебя такое в работе, когда тебе говорили, там, Слав, не лезь, тут мы сами с тебя порешаем, давай как-то на тормозах не спустим. Было. Расскажи. Было. Было случайно. А один раз или несколько? Я скажу такой пример, когда и были угрозы. И буквально вот и угрозы и моей семье. Буквально позавчера последний звонок. У меня даже отдельно на телефоне вот эти вот моменты. Кто когда звонит, я напишу угрозы 1, угроза 2. Угу. Знаешь, до какого плана у меня вот эти телефоны уже дошли? Угроза 38. Так, расскажи. Да, звонят по просьбе явно недовольных, кто-то другой звонит, начинаем по силовым структурам, начинаем вычислять, какой откуда номер. Вот последние звонки были, номера зарегистрированы в Самарской, в Москве, в Саратове номера зарегистрированы, но звонки поступают с территории края. Их же видно, эти звонки, откуда они идут. Были угрозы, и все, и были вот эти моменты предложения. Ну, типа не лезь, мы сами отрегулируем. Но опять же, вот в тот момент, где не лезь,
И я здесь буду открыто говорить на сегодняшний день. Кто, где, чего. Вот. Это Кавказский район. Где и чего. Вот. Это Кавказский район. Это Кавказский район. СХП Дмитриевская. СХП Дмитриевская. Станица Дмитриевская. Мы знаем, там спор некого фермера Маслова. Он не может уже в течение ряда лет выделить свои земельные доли. Николай? Николай Николаевич Маслов. Николай Николаевич. Но, я сейчас расскажу. И мы как раз вот там как раз мы то говорим. Про цели и задачи тракторного марша. Маслов выдержит? Вот. Нет. Николай Маслов. Я когда вот еще в 16 году приезжаю в Кавказский район, я вижу слезы Землянухина, Башкатова. Это все участники этого процесса. Две женщины хотят просто свое семейное выделить. Там в одной 4 пары, в другой 5 пойдут. Небольшие участки, там 20 гектар, 30 гектар хотят выделить. Начинаем разбираться. Уже меня в этот как раз год, это мы в апреле месяце, я в составе рабочей группы, менялись в 16 году после съезда фермеров, когда губернатор обратил внимание на мое, может быть, яркое, может быть, такое громкое, может быть, эмоциональное выступление по развитию кооперации, когда было предложено, говорит, а не хотите вы войти в мою команду и поработать. Но потом в следующее время поступило предложение, нет, в министерство тебе не нужно, давай-ка вот подумаем над... И на этом же съезде было предложение из зала о создании должности фермерского омбудсмена. Ну, Вениамин Иванович не совсем был знаком, вернее, не совсем владел тем спектром моей деятельности, чем я занимался. Но потом, проанализировав, было принято решение, да, помню, и в году, 2 года назад ты у меня был, я был руководителем департамента, и ты в Ейский район вернул порядка 3500 гектаров краевой земли. Вот давай, наверное, это из-под Паковского? Нет, это госземля, которую фермеры не могли продлить аренду. Да, не могли продлить аренду. Ну и только после того, как я, как представитель ассоциации фермеров, и обращаю внимание, когда я захожу к вице-губернатору, я захожу, он спрашивает, а кого вы представляете? Да, вы кто? Я говорю, ассоциацию фермеров. Заходи, давай говори. И вот мы прямо на карте рисовали. Иванов, Петров, Сидоров, все это рисовали. Потом я сделал там одну ошибку, неправильно фермеров в участке, знаю, где которые в участке, сделал ошибку, пытался откорректировать, мне работники департамента видели, выписали. Не изменим. Уже не вырубишь воля. Ну потом написал письмо, изменили эти участки. Но когда было вот это вот принято решение, возвращаясь к Маслову. Поначалу, потом рабочая группа одна, потом в сентябре мы уже переформатировали рабочую группу, мы ее уже из общественной плоскости ввели туда и судебные, и судебных приставов, органы, и прокуратура, и Росреестр, ну все, вот тот же состав, который она здесь сегодня работает, по сегодняшний день. Начинаем разбираться по Маслову. СКП Дмитриевская. СХП Дмитриевская. Что, почему вы не даете выдел? Они открыто говорят. Размеры земельных долей в свидетельствах не соответствуют, есть кадастровая ошибка, не соответствуют фактическому размеру земельных участков. То бишь на бумаге написано больше, и если масло будет выделять, то определенное количество пайщиков, которые у нас останутся, они останутся без земли. Это несправедливо. Мы хотим это. Мы рекомендуем сделать то-то. Смотрю, тишина. Обращаюсь к Маслову. Масло продолжает идти в судах и говорит, что суды неправомочные, суды неверные решения, там связывают судебную мафию и так далее. Еду туда, ну, все это же идет, еду туда на место, думаю, ну на месте это главу поселения, в конце-то концов, ты у себя тоже. Смотрю, как-то он не очень себя уверенно чувствует. Видно, думаю, какое-то давление. Я главе района. Глава района говорит, ну, есть определенные силы, которые мешают мне в этом. Я хочу этого сделать, помочь, но мешает мне. Говорю, давай будем тебе помогать.
Потом ни с того ни с сего видят, видя мое внимание, звонок, да. Некий даже работник определенного юридического агентства говорит: Вячеслав Александрович, ну мы там как-то сами, мы там что-то вот там вот теми же примерами, ну давайте, наверное, мы там сами. И начинаем узнавать, потому что моя должность, кроме того, что она расстрельная, но она довольно-таки охраняемая. И по любому вопросу я могу обратиться на уровень государственного края, все органы, которые мне помогают отследить, кто и чего и где. И начинаем смотреть, отслеживать. Идет все к руководству этого предприятия. То есть СКП Дмитриевская, да, идет все к руководству, идет все к хозяину этого предприятия. Но опять же, мы ведь фактически выстроили механизм отстаивания интересов Николая Николаевича. Мы сработали опять в законной плоскости. Что самое интересное, те решения судов, которые правильно, они подтверждают, что невозможен сегодня выдел, невозможен сегодня. Как ему все-таки получится? Ну, ты выслушай. Невозможен сегодня выдел, пока не отрегулируется вот этот перекос бумагой и реальностью. Я говорю: слушай, а давайте сделаем так, посоветовавшись с аппаратом юристов в администрации Краснодарского края, посоветовавшись с аппаратом юристов в Минсельхозе, в департаменте имущественных отношений, с независимыми юристами, все пришли к одному мнению, что это же решение суда можно использовать против этого же хозяйства. Используя решение суда, провести ряд собраний, уточнить размеры площадей, тем самым устранить препятствие, которое существует, потому что суд говорит, препятствие выделить только вот это. Остальное, если вы это устраняете, пожалуйста, выделяйтесь. Говорю это Николаю Николаевичу, а дальше мы приходим к целям и задачам вот этого пресловутого трактора Маша. Он говорит: мне это не нужно. Если я все сделаю, кто меня будет слушать? То он тебе сказал же? Это я уже сделал вывод из его поведения. Он отказался от предложенного варианта. И дальше пошел по политической ветви говорить: а мне никто ничего не делал. Да ты сделай это. Я здесь даже вот под камеру пришлось приглашать, он сам не приехал. Приехал его сын, я говорю: Игорь Николаевич, сделайте вот так. У вас цель выделить земельный участок, сделайте вот так. Да, но мы это делать не будем. Слушай, я все-таки спрашивал про вот более глобальные вещи. Там, с агрокомплексом были проблемы? Были. Расскажи. Были. Ну, я имею в виду в Ангелово. Новокубанский район. Земельный участок, ну так скажем, хозяйство размером 1800 гектаров. Получается так, что у фермер претендует, и у него есть на это основание, и есть собрание проведенное, и желание пайщиков ему отдать 800 гектаров земли. Аренду, да? 900. Или заключить аренду, да? Да, заключить. Хозяйство развалилось, банкротное. И в этот момент проводит фермер собрание, и 800 или 900 гектаров, не помню точно, к фермеру, и ровно такое же количество остается в хозяйстве. Хозяйство потом выкупает агрокомплекс Василковский. Но те товарищи, которые продавали вот этот остаток земли, хозяйство с этим остатком земли, они просто не поставили их в известность, что вторая половина земли обременена уже договорами аренды к фермерам. Уже там они просто находятся на стадии регистрации, но тем не менее это есть. У тех возник вопрос, естественно, что мы слишком много заплатили, потому что масса-то другая немножко земельного плена. И пришлось, доходили до руководителя юридического аппарата агрокомплекса Кущевский, здесь приглашали, опять же, фермер, этот человек, заключили мировое соглашение, на что, конечно, она была расстроена, созвонившись со своим руководством, эта девушка, не могу как звать, на что была расстроена, да, говорит, ну мы сейчас взыщем эти излишние средства, которые мы заплатили с этой компании, но, говорит, мы не будем препятствовать. Знаете, по большому счету, и опять же, у фермера подняли все документы, все протоколы собраний, положили это все перед представителем юридического аппарата, ну, представителем холдинга, посмотрела, говорит, мои карты биты, я бить ничего не могу. Все, я сейчас буду разговаривать с руководством, чтобы дать вам возможность зайти и обрабатывать, пока у вас оформляются документы,
Но вопрос стоял о том, что 1800 гектар наложены аресты, и они могли бы быть пустые. Уже апрель месяц поджимал, уже надо было сеять, уже сев должен быть идти, а мы еще здесь находимся на начало апреля месяца. Да, был момент отрегулирован, фермер засеял свои половины, все, сейчас она находится на стадии оформления, все. Когда видят, что документы нормальные, очень сложно. Потому что на сегодняшний момент все равно ушли те времена, когда по звонку Иван Иванович, ты там начальник УВД, ну-ка придави мне Петьку Сидорова. Ушли те моменты. Вот наконец-то я добился от тебя. Ушли. Вот это я хотел сказать. Те времена ушли. Я проходил эти времена, когда ко мне приезжали на поле в 90-х годах бандиты, да, говорили, вот, ну, я проходил, ну, я уж не помню точно там конкретику, но до начала 2000-х это было, когда приезжали, говорят, так, вот, 100 метров, 30 метров ты убираешь мне, или там 30 себе оставляешь, а 70 мне убираешь. Были такие моменты. Начинаешь узнавать, а кто это такое, а где это, а он, ну, там и... Там и участковый появляется, а что там такое, что-то. Но это было все на фоне, опять же, это все было на фоне ненормально оформленных документов на земле. Слушай, про агрокомплекс. Вот сейчас все сватают там Александра Николаевича Ткачева в Приволжский федеральный округ. То есть, федеральный статус. Ну, это недавно появилась такая информация. Да, до этого ЮФО. До этого он был, все-таки кандидат в ЮФО, но, видимо, совесть по имени, не знаю кто. Вот, а я к чему? Вот есть ли по ощущениям, твои ощущения какие? Вот агрокомплекс как предприятие, оно теряет некий такой статус неприкосновенной коровы? Что ты мне написал? А у него не было такого статуса. Да, ладно. Вся господдержка получала. У меня есть районы, у нас в Казанском крае, районы, где фермеры довольно-таки успешно не обращали внимания на этот статус и выделяли оттуда паи. Выделяли оттуда земельные участки. Ну, то, что это довольно мощно развивающийся бизнес и просто, я не знаю, использовал свои возможности в лоббировании, свои административные ресурсы, в лоббировании своих интересов. Кто нам мешает? Я опять немножко отойду от темы, но вернусь к словам Федорова, прошлого министра сельского хозяйства. Говорит, мужики, кто вам мешает лоббировать сильнее ваши интересы? Это его слова на съезде. Ведь на самом деле... Отсутствие должностей губернаторских. А сколько у нас фермеров, сколько у нас фермеров, депутатов законодательного собрания Краснодарского края? Ни одного, сколько. Но. Сколько у нас фермеров, депутатов муниципальных образований? Очень мало. Но очень мало. В муниципальном образовании, если два есть, из, как правило, депутатский корпус в районах, это порядка где-то 25-35 человек. Вот если в этих 30 человеках два фермера есть, то это хорошо. Но этого голоса мало. Согласен. Мы, фермеры, должны осознавать, вот именно мы здесь должны менять. Мы должны уйти уже от той ментальности, нам не миг хвата. Мы должны уйти от этого. Вот я уберу чуть-чуть и текать. Нет. Мы должны уйти от этого. Почему фермеры, было время такое, что фермеры выталкивали своих детей в города, квартиры покупали? Потому что в определенном моменте вот почему-то вот бытовало такое мнение, что а вдруг завтра что-то там произойдет. И в результате получаем Курганинский район, КФХ Баранова, Александр Александрович, царство небесное, хороший фермер, болезнь, возраст, погиб. Сейчас никто не хочет идти на землю работать. Дети отказываются. Вот. Ряд причин, множество. Но мы, фермеры, и власть здесь, вот именно что работа власти, не создала того момента в свое время, именно не поддержала где-то, может быть, не поддержала опору в его развитии, что не было уверенности в определенном моменте. Фермер, это сейчас как-то оно идет, и фермер начинает немножко мышцы поднакачал, начинает как-то думать, начинает технику хорошую бывать. А поначалу-то мы фермер что? Вот эта сеялочка. И есть такие фермеры сегодня еще, которые продолжают работать. Слушай, скажи мне, эта корова не священная.
Просто вот, вот как раз момент, момент, это пример, как надо лоббировать свои интересы, как надо жестко продвигать свои интересы. Это там как раз тут есть еще чему и поучиться у этих людей. Слушай, вот эти 20% это... Но на Кубани, опять же, вернусь, но на Кубани, вот сейчас уникальный момент, это для всех будет тоже интересно. На Кубани вице-губернатор в прошлом, фермер, министр... Который сельского... тоже может иметь свои финансовые интересы. Министр сельского хозяйства, он не фермер, но он директором фермерском, директором фермерском хозяйства работал. Начальник управления малых форм, выходец из АКОР, Пиунов Александр Владимирович. Ну и фермерское место. У нас довольно хорошая такая команда, которая лоббирует и в интересы фермеров. Ну, это, в общем, вот так бы во всех регионах. И мы бы уже не скромненько сидели на парламентских слушаниях, там, а мы бы сидели, полностью занимали один сектор, и уже независимо от того, кто он там, председатель комитета, чьи он там, может быть, интересы оставит, но он бы нас видел. Так же, как меня в свое время, как председатель ассоциации, видели, прихожу в суд, спорит фермер там по земельному участку, ну, явно там перекос там, переборы с полномочиями, кадастровый инженер, там преступление у него, преступный сговор с другим фермером, более крупным. Прихожу в суд. Судья так смотрю, как-то занервничал. Потом спрашивает у меня судья, а вы кто? На судебном заседании там можно присутствовать кому угодно. Я председатель ассоциации, в которую входит вот этот фермер, который у вас сегодня здесь истец. Понятно. Ну вы здесь как заинтересованы? Нет, я просто как гражданин. Но я представитель ассоциации. Реакция была совсем другая. Фермер потом выходит и говорит, слушай, ну он совсем другой. То он меня тут отчитывал, как хотел, а это смотрю, он говорит, скромненький, все. И потом пошло и решение все-таки в пользу фермера было принято. Того фермера, которого я представляю.